Сегодня на нашу программу приехали полешуки, гости из Хойникского района. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Вот вы чувствуете, какой говор на белорусском Полесье? Мне кажется, он слышится даже в ваших песнях. Дорогие друзья, я хочу представить коллектив народного ансамбля народной песни «Крыница» из Хойникского района. Давайте знакомиться. Елена Бордак, руководитель ансамбля народной песни «Крыница». Очень приятно. Елена, расскажите, пожалуйста, про «Крыницу». В чем особенность вашего коллектива? Во-первых, у нас коллектив народной песни. И главной особенностью у нас является это исполнение белорусских народных песен. Таким образом, мы пропагандируем нашему подрастающему поколению музыкальную культуру Беларуси и умение любить и уважать национальную культуру. Ну, я смотрю, у вас в коллективе преимущественно женщины. Редкие красотки, мне кажется, это заслуживает определенной реакции наших зрителей, да. Но есть и мужчины. Да, это у нас, конечно, редкость, признаемся честно. Но я хочу представить вам сегодня первого руководителя и основателя ансамбля «Крыница». Это Минин Владимир Иванович. Владимир Иванович, можно вас к нам поближе пригласить? Вы... Вот. Спасибо большое. Мы рады видеть вас в нашей студии. Вы один из создателей коллектива «Крыница». Помните, как появился вообще коллектив? Ну, коллектив появился в 1994 году. Вот, звание получил народного в 2010 году. Коллектив наш побывал и в Германии, вот, и на конкурсах, всяких фестивалях. Ну, первую песню и первую концертную площадку, помните, как это было? Ну, первая песня была, это вот, как «Родные мстины», это немножко связано с Хойницкой землей, когда первая песня была, и такая знаменательная песня, такая веселая, «Гармония Грая». Спасибо. Мне еще, знаете, нравится шляпа, соломенная шляпка. Мы об этом обязательно поговорим дальше в нашей программе.
Елена, скажите, пожалуйста, где выступают сегодня ваши артисты? Мы, конечно же, за время своего существования дали много концертов, но в первую очередь мы ни один концерт в городе не проходит без нашего участия. Также мы постоянные участники и дипломанты открытого фестиваля этнокультурных традиций Зов-Полесья, который проходит в городском поселке Лясковичи. Ну что ж, спасибо, что приехали на нашу программу. Сегодня мы еще услышим ваши песни, а также, дорогие друзья, расскажем про жителей Хойникского района, про удивительный край, где живут настоящие полешики. Хойницкий район находится в 100 километрах от Гомеля. Это белорусское Полесье. В этом уютном уголке Гомельщины проживает сегодня более 19 тысяч человек. Хойники впервые упоминаются в летописи в 1512 году как местечко Хвойничек Брагинского графства. С 1954 года город входит в состав Гомельской области. Вот представьте, река Припять, много озер, прудов, собственное водохранилище. Местное промышленное предприятие производит здесь сыр, молочные продукты, комбикорм, железобетонные изделия, мебель, сувениры из соломки, швейные изделия. А вот сельскохозяйственное предприятие выращивает мясо, кормовые культуры. Кстати, именно здесь родился и вырос знаменитый белорусский писатель Иван Мелеш. И местные жители этим фактом безумно гордятся. Как живут люди на Полесье? Поговорим об этом с заместителем председателя Хойникского райисполкома. Дорогие друзья, у нас в гостях Жанна Николаевна Чернявская. Встречайте, пожалуйста. Жанна Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь и расскажите, что вы держите в руках. Ну, я с собой принесла такой вот рушник. И, вы знаете, мне бы хотелось рассказать, потому что это культурная традиция такая, либо обрядовая, которая сегодня используется для того, чтобы показать туристам и привлечь. Это один из элементов. То есть это особенность Хойникского района? Да, это особенность Интересное Хойникского начало. Района. Мне кажется, заслуживает, да, внимания. Наши сотрудники музея и работники культуры собрали почти 100 таких рушников. И здесь наша уникальность в том, что они двухцветные, красный и черный цвет. Красный цвет говорит о том, что это солнце, это жизнь. Давайте покажем. Черный цвет – это… Красный – это жизнь? Да, да. Так. Черный цвет – это земля, это плодородие, это благополучие и благополучие каждой семьи. И прошу обратить внимание, что здесь на рушнике птицы, голуби, которые смотрят друг на друга. Значит, этот рушник свадебный. И каждый человек от рождения до самого конца его сопровождают рушники. Мы сейчас, наверное, об этом не задумываемся, но раньше это было так. Когда рождался ребенок, его заворачивали в рушник. Когда шла крестная мама в гости или на крещение, значит, тоже несла подарок в рушнике. Фотографии раньше же не было рамок, планшетов и всего остального, поэтому фотографии – это было самое дорогое, и для того, чтобы оберечь от злых людей, тоже заворачивали в рушник. Когда была гроза, и боялись, что будет урожай побит грозой либо ливнем, на огороде тоже расстилали рушник. И когда человек уходил из жизни, тоже клали рушник. Поэтому это вся жизнь людей. И очень интересные моменты. Вот и цветы, и вазы, и вода присутствует. То есть это очень уникальные элементы. Я хочу обратить внимание, что все районы, которые приходят к нам в гости, они приносят вышивку, они показывают какие-то народные мотивы. И все местности отличаются. Действительно, это очень интересно. Но вот Хойники, Полесье, Жанна Николаевна, согласитесь, ваш район, он обладает той редкой все-таки гармонией, которая просто притягивает туристов. Вот в чем все-таки привлекательность Хойникского района? Что могут предложить сегодня полешуки туристам? Ну, надо сказать, что у нас очень богатая культурная и история. Наши знаменитые земляки, которые родились на этой земле. И действительно, земля, наша Хойникская земля, Полесская земля, дала таких знаменитых людей, как Иван Павлович Мелеш, как Микола Метлицкий, как актриса Раиса Кошельникова, как кинорежиссер Дашук. То есть фамилии можно перечислять огромное количество. Здесь же
тоже у нас родились и выросли, и герои социалистического труда, герои Советского Союза появились во время Великой Отечественной войны, когда боролись и освобождали наш район. Здесь о людях можно говорить очень много. И мне бы еще хотелось сказать, что у нас замечательная природа и замечательные места, несмотря на то, что наш район, ну, оказался под Чернобыльским черным крылом, но сегодня тоже есть свои изюминки. У нас есть, проявился лик Богородицы на срезе дерева, и там паломничество не останавливается уже 4 года, несмотря на то, что прошло время. У нас есть совершенно прекрасная церковь и икона «Благодатное небо», которая в 1700 году князь Трубецкой сватался к нашей княгине Хойникской-Шуйской Марии и подарил эту икону, и она на протяжении многих десятков столетий сохранялась людьми, и даже когда уже были разрушены церкви, все равно эту икону сохранили. И в 1988 году, когда вновь отстроился храм, ее принесли в храм, и она до сих пор, и многие люди говорят, что помогает бороться с болезнями. Очень интересные реликвии, которые действительно сохранятся сегодня. Но вы знаете, хотелось бы сказать нашим зрителям, что узнать об истории Хойникского района, об истории этого края, дорогие друзья, можно также и в местном краеведческом музее. 7 лет назад, после реконструкции, музей расположился в старинной усадьбе начала 20 века. Сегодня здесь есть экспонаты народного творчества, есть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и аварии на Чернобыльской АЭС. Очень много материалов, которые предоставлены семьей писателя Ивана Мележа. Ну а основной фонд Хойникского музея в сегодняшний день насчитывает более 1500 единиц. А какие условия вот созданы и создаются сегодня для того, чтобы туристическая сфера в Хойникском районе становилась доходной? На сегодняшний день нами разработаны экологические маршруты, туристические маршруты. Сегодня мы работаем над тем, чтобы включить большее количество элементов либо объектов для посещения. Ну и, конечно, развитие производства сувенирной продукции, потому что это тоже очень важно. Люди, когда приезжают на территорию района, они хотят что-то отсюда увезти, чтобы это напоминало им о визите в Хойникский район. Поэтому все, каждый элемент подтягивает к себе еще какие-то другие. Ну, конечно, встреча с людьми, те же мастера, которые умеют сегодня многие делать. Я хочу просто обратить внимание наших зрителей, что возрождение традиции в Хойникском районе. Об этом сегодня мы поговорим обязательно в нашей программе. Мы не просто расскажем, мы еще и покажем очень много интересных вещей, поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. Жанна Николаевна, вот как удается одному из древнейших районов Гомельщины, все-таки Хойникам более 500 лет, вот как удается из года в год хорошить и развиваться? Мы, хойничане, трудолюбивые очень люди, и всегда у нас на территории было красиво, было ухожено, и вот благодаря Дню белорусской письменности в 2010 году была сделана огромная работа по благоустройству и наведению порядка, по реконструкции объектов социальной сферы, той же усадьбы 19 века, которую вы вот называли. Ну и после этого нам только остается все это сохранять и приумножать. Ну и, конечно, мы же проводим различные конкурсы на лучшее домовладение, на лучшую дворовую людей, территорию, да? На лучший подъезд. И очень жители Хойник очень откликаются хорошо на эту тему. Популярность такие методы. Конечно, конечно. Это очень престижно. И победить, наверное, мы... в таком конкурсе. Конечно, а призы какие-то бывают там? И призы бывают. Плата, и в течение года, значит, им вручается табличка, что это лучший подъезд. И люди все ходят и обращают внимание, что вот здесь живут очень культурные и творческие люди. Но вы знаете, хотелось бы обратить внимание, что Хойникская земля, она находится, все-таки вы уже обозначили, да, под пристальным вниманием президента нашей страны. Вот как это отражается сегодня на развитии района? Расскажите. Александр Григорьевич к нам приезжал в 2017 году в пятый раз. И, конечно же, все эти визиты за собой влекут определенные вложения на территорию района, в наш район. Например, те государственные программы, которые призваны
скажем так, наладить работу на территории района по ликвидации последствий, по развитию нашей территории. И это здорово помогает, и это огромный вклад в развитие, потому что это позволяет и модернизировать производство, например. Сделать оказывать очень комфортные, мне кажется, условия и жизни. Конечно, и это строительство сегодня жилья для молодых специалистов, для многодетных, для детей-сирот. Это оздоровление детей, это бесплатное питание школьников наших. То есть целый спектр приобретения оборудования медицинского, приобретения транспорта для подвоза детей. Огромное количество оборудования, материалов. В общем, все благодаря государству, благодаря Александру Григорьевичу и вот этим программам государственным. В Хунинском районе есть свой промышленный комплекс. В том числе представлены молочные продукции, очень знаменитые, популярные в стране, да. И, конечно же, художественными изделиями. Вот на какие предприятия, расскажите нам, пожалуйста, опирается сегодня в своем развитии Хойнинский район? На территории района работают 10 промышленных предприятий. Это, как вы уже назвали, «Милковита», то есть наш завод, который производит твердые сыры, сушит сыворотку, которая тоже огромным спросом пользуется, производят другую молочную продукцию, глазированные сырки, тоже это очень вкусное изделие. Завод железобетонных изделий прошел модернизацию буквально 2 года назад, и сегодня есть новая линия по изготовлению панелей для строительства домов. И тоже они сегодня работают и поставляют эти панели и в Россию в том числе, пользуются спросом. Ну и другие железобетонные изделия, которые реализовывают для различных целей. Также у нас завод гидроаппаратуры. Он изготавливает более 40 видов деталей для Минского тракторного завода. Это один из лучших заводов, один из лучших коллективов, которые сегодня действительно работают вот в полную силу на благо района. Также хотелось бы заострить внимание на нашем лесхозе. Хойнинский лесхоз сегодня не только занимается охраной леса, но и у них есть цех по переработке древесины. Они сегодня заключают контракты на поставку древесины не только в пределах республики, но просто уже и за рубежом. Надо обозначить, что лесные массивы на территории района, по-моему, 40%, да? Даже больше. Даже больше, да. Да, у нас лес, конечно же, это видно и в нашем названии, хвойничек, потому что хвоя, и герб наш показывает о том, что именно название пошло от того, что окружает город хвойные леса, и их довольно много. Ну, хотелось бы еще обозначить, что на территории района находится старейшая фабрика художественных изделий, которая стояла у самых истоков белорусского швейного и сувенирного производства. Дорогие друзья, согласитесь, все-таки белорусских мастеров, да, вот их все-таки отличает искренняя любовь к своему делу и какие-то вот золотые, наверное, руки, которыми создаются настоящие шедевры. И вот о шедеврах я не зря заговорила. Дело в том, что много продукции было сегодня представлено в нашей студии, но вот эта удивительная соломенная шляпка, дорогие друзья, ну вот согласитесь. Все-таки, да, такие изделия, они как-то, вот знаете, излучают тепло. И вот хочется спросить, кто же автор вот подобной красоты? Я думаю, что более подробно об этом нам расскажет наш следующий гость. Встречайте, пожалуйста, директор фабрики художественных изделий Василий Владимирович Мигай у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Очень рада видеть вас в нашей студии. Ну, во-первых, наверное, коль вам понравилась эта шляпка, я хотел бы от имени коллектива подарить ее вам, чтобы вы, как говорится, рекламировали нашу продукцию. Спасибо, это наш музей, какая чудесная. Рады. Спасибо за такой чудесный подарок. Вы знаете, Василий Владимирович, вот ваши изделия все-таки это что-то редкое такое, да? Точнее, родное, я бы даже сказала. Редкое для остальных. Оно больше такое родное и славянское. Расскажите, кто сегодня ваши покупатели? Знаете, наши покупатели, конечно, потенциально это все жители Республики Беларусь, плюс иностранные граждане, которые к нам приезжают. И нашу продукцию можно найти и в ближнем, и дальнем зарубежье. То, что у нас, когда Чернобыльская авария случилась, и наши дети ездили на оздоровление, визитная карточка района была, это именно продукция сувенирной соломки. И плюс лен у нас, это что, вышивка у нас есть, поэтому рушники, столовые и постельные принадлежности. Я думаю, сегодня режиссер-оператор покажет нашим зрителям всю эту красоту, которая находится в этой студии. Я знаю, что фабрики, по-моему, около 70
200 лет уже, да? Знаете, у истоков фабрики была артель Красного Полесья с 1938 года. И в этом году уже 80 лет, если считать, что родоначальником была именно эта артель. А вот вы про артель заговорили. Я где-то читала информацию, что в свое время, вот когда только все это зарождалось в Хойниках, 50 мастериц крестиком вышивали. Да, да, это было такое начало вот этого вот ремесла. Это сейчас, конечно, пришла машинная вышивка. Раньше все это вручную. На нашей шоу-фабрике были машины, которые мастера вручную вышивали именно крестиком. Ну, различные там, как говорится, цветки. Ну, вообще, красоту неописуемую, честно говоря. Это были шедевры, на самом деле. Они есть сейчас. Ну, я так понимаю, что у вас ассортимент обновляется постоянно, да? Конечно, мы постоянно в поиске, постоянно в развитии. Если честно, у нас сегодня статус продукции народных художественных промыслов имеет 30 сувениров. Наша продукция не просто продукция, а продукция, которая одобряется художественным советом в республике. Тогда эта продукция имеет льготу по ценообразованию, плюс там НДС, налог на добавленную стоимость снимается. То, это сразу видно, что руководитель у нас в гостях. Да, да. Знаете, то, что работа ручная, конечно, цена-то приличная, но мы же предприятие, которое ставит своей целью получить прибыль, реализовать товар и так далее. Но мне кажется, что еще важная цель – это возродить традиции. Да, наша уставная задача – это возрождение, сохранение и развитие народно-художественных промыслов как части национальной культуры. Вот расскажите, вы говорите про художественный совет. Художественный совет – это очень серьезное дело. Да, для того, чтобы, во-первых, принять такое уровня, вот изделие. Да. Допустим, шкатулка, да? Смотри, сколько здесь всего, какие казалось бы, мелочи, да? Вот чтобы сделать такую шкатулку, чтобы она была красивая, надежная, да? Чтобы она отвечала всем стандартам, ее надо придумать. А вот откуда идеи вообще? Кто автор вот этих вот разработок? Знаете, я бы хотел бы назвать тот костяк, который на фабрике сегодня именно это все творит. Это мастерицы, которые работают, можете удуматься, 40 лет. Вот 40, я вот знала, 38, 39, 40. Это вот Иванюченко Валентина, Быкова Валентина, потом Горбата Наталья. Представляете, всю жизнь сознательную они провели на этой фабрике. Я спрашиваю, как вот вы это все делаете? Она говорит, знаете, у нас руки, как музыканта, они сами по себе. Просто, да, это все вытворяет. Поэтому на новое изделие они некоторые которые настраиваются, но это они просто закрытыми глазами могут делать. Вот если вы позволите, я возьму такую смелость, и сейчас хочу, вот чтобы вот эти аплодисменты для всего коллектива, фабрики, художественных изделий, Хойники, это вам привет от нашей программы, спасибо большое. Стоит сказать просто, что работники фабрики участвуют еще и в масштабных выставках, масштабных ярмарках. Я знаю, что вы были даже на Славянском базаре в Витебске. Постоянно, да. А как вообще принимают вот такое народное творчество? Сегодня вот покупатели, современные покупатели. Знаете, меня особенно впечатляет, когда вот люди заходят в наш магазин, те, которые впервые видят. Это просто восхищение. На самом деле, просто восхищение. Да. Конечно, мы то вроде уже привыкли, для нас как-то оно вроде бы обыденно, а людей, которые видят эту продукцию первый раз, просто восхищаются. Иностранцы и так далее. Наша продукция, говорю, она везде, где можно в 130 точках сегодня нашей страны, в торговых точках она есть. Поэтому при желании, конечно, можно где-то купить, можно и в Гомеле здесь много видеть. Но мы не стоим на месте, мы развиваем. Вот в этом году нам заказ торговли сделал именно продукции цветной соломки больше. Ну, вот такое веяние пошло новое, творческое. Это, то есть, модно, цветная соломка. А давайте мы покажем нашим зрителям цветную соломку. Ну, во-первых, вот эта вот замечательная соломенная шляпа, дорогие друзья. Я так понимаю, это ассортимент этого года, да. Ассортимент этого года, то есть вот такая модная шляпа с цветной соломкой. Да. Так, и еще есть один... Вот панно там есть. А, вот, букетик, вот да. Это изделие вот букетик, тоже, дорогие друзья, посмотрите, это цветная соломка. Наши мастера все делают, конечно. И вот этот оберег, вот, по-моему, тоже цветная соломка, вот даже какие-то элементы. Да, с элементами то цветной соломки. Это то, что очень модно. А что осваивают вот сегодня мастерицы на Хойникской фабрике? Каких новинок ждать нам в этом сезоне? Значит, вот в этом году художественный совет одобрил 18 новых изделий, которые мы завезли, образцы, они одобрены и сейчас пойдут массовым тиражированием. Конечно, я бы хотел еще одну фамилию назвать. В Хойниках есть одна девушка, но это просто уникально. Смолина Татьяна Викторовна. Это человек, который просто творит чудеса. Это именно в основном 80% изделий, это именно творение ее руки, ее ума. Вы имеете в виду идеи? Да, именно. Идеи, образцы все она, то, что тиражировать, что немножко полегше, а вот именно создать в первоначальном придумать, виде, конечно, как это надо. Придумать, конечно, как будет вести себя соломкой. Поэтому есть очень талантливая девушка, которая просто заслуживает одобрения. Ну что же, это аплодисменты, конечно же. Да, она художник. Жанна Николаевна, я так понимаю, что у вас проблем с сувенирами вообще, когда особенно приезжают какие-то делегации, вообще не существует. Конечно. Александр Григорьевич, когда Полесский заповедник он это навещал, именно был ангел, сделан в нашей фабрике. Ангел-хранитель, да. Спасибо. Это... Но все равно вот такой вот шляпы нет ни у кого, как есть конечно. Сегодня, да, и как есть в музее передачи «Добрый вечер, Гомель». Спасибо большое. Вы знаете,
знаете, вот мы говорим о том, что плетение соломкой – это очень-очень сложный процесс. Да, это... Но на самом деле он еще имеет и очень давнюю историю. Мне кажется, вот почему именно здесь появилась в Хойниках, появилась такая фабрика. Кстати, стоит отметить, что соломкой в Хойниках увлекаются от мала до велика. Значит, прошли через этот цех сувениров многие женщины, многие, да. Боюсь сказать в пропорции, но, наверное, каждая 20-я девушка Хойник начинала свой трудовой путь, ну, именно с записи. При этом никогда не видела... Это сувенирной продукции. Никогда, да, не видела, чтобы мужчина плел соломки. А бывает такое? Нет, значит, нет, вот, честно говоря. То есть мужчина, наверное, речки по древу, да, по дереву больше, терпение, да? Здесь умение, более женский характер подходит. А знаете, я бы хотела, чтобы наши зрители сегодня узнали, чем же все-таки привлекает, увлекает это ремесло современных мастериц, вот жителей Полесья. Об этом расскажет и покажет местная мастерица. Я хочу пригласить в эту студию методист Хойнингского дома ремесел Ольгу Шляхтенко. Встречайте, пожалуйста. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Вот мы тут говорим о том, что сделать вот такие изделия, это да, нужны руки золотые, целая фабрика. Но я знаю, что вы сегодня можете показать нам какую-то такую, скажем, не совсем сложную вещь из соломки, которую, в принципе, может сделать, ну, может быть, даже каждая наша телезрительница. Да, какое-то простейшее. Вот можно сделать такой вот веничек. Красивый оберег, да, наверное. Оберег, да, он оберег. Наверное, такие обереги есть в каждом вашем доме. Да, 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 именно. И для гостей, и для друзей мы делаем, ну, сувенирчики такие. Как подарки. Да, да, да. Покажите, он покажите еще оберегает, раз. Защищает и символизирует богатство. А что для этого необходимо? Для этого необходимо... Какие нам нужны материалы? Всего-то навсего. Соломка. Обыкновенная соломка. Так, соломка должна быть влажная. Да, это да, мы уже выучили. Именно влажная. Так. Вот она у нас одного же типа. То есть они еще разные. Тоненькая, да, да, да. Именно есть толстая, это тоненькая, еще маленькая. Еще что надо? Соломка, так. Соломка. Немножко так. Нитки. Нитки. Ножницы. Ножнички. Маленькие у вас, да, такие. Да, 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 именно специально. И для украшений какие-то ленточки идут. Для, да, декор. Сложно делается вообще такая? Нет, не сложно, не сложно. Вот в процессе этого я могу показать. Да, мы будем, да, наблюдать. Да. И вот в процессе вы делаете, да, да, а да, мы, да, будем еще и разговаривать при, хорошо, этом. Хорошо. А в какой вообще технике сегодня работают полесские мастерицы? Много разных. Ну, у вас какие-то вот изделия на столе есть? Есть. Это разная техника? Да, да, да. Есть плетеночная. Вот если с плетенки делать, называется зубатка. Делается и шляпки же эти, и вот такие ободочки, подвички. Такие. Есть такие вот сувенирчики, ангелы, куколки, которые делаются из семи соломинок. И вот на именно техника расширения идет к низу, вот такое вот украшение. Добавляется лен, косички такие вот красивые, тесемочка. Такая душевная куколка, конечно. Да, да. Для украсть, мне кажется, любой интерьер. Да, да, да. Колокольчик, так, тоже, как оберег считается. Оберегает, защищает. Вот красная лента символизирует жизнь. Ну, розовая, mm-hmm, красная. Вот такие вот сувенирчики. А, и тут у вас и чеснок у вас, я смотрю, да, даже, да, да, да. Тоже соломка, соломка. А декором уже является тистопластика. Mm-hmm. Ситипон, такое вот украшение. Ну, мне кажется, это, да, заслуживает, да, да, аплодисментов. Итак, очень-очень хочется увидеть, как вы будете это делать. Покажите нам, пожалуйста. Хорошо, сейчас, значит, покажу. Берем соломку. Да. Здесь мы ее перевязываем ниткой крепкой. Хорошо ее связываем. Вы давно вообще работаете с соломкой? Да. Соломой я занимаюсь, у вас такое вот увлечение? Уже лет 20. Угу. Там, наверное, у вас всех в Хойниках соломкой занимаются, да? Наверное, не найдешь ни одну женщину. Да, девочки, да, как молодые, так и постарше, все занимаются, ну, соломкой. И начинала тоже с фабрики художественных изделий. Ну, и с этого все и началось увлечение. Так, вот я заметила, да, вы вот... Перевязала. Перевязали. После этого ищу серединку, расширяю, вот и так заворачиваю соломку. Как показала, да, так вроде и несложно, да? Да. Потом опять перевязываем ниточкой. Да вот уже и готов оберег, правда? Как-то так действительно... Сейчас. А вообще много сегодня осталось вот самобытных мастеров в Хойникском районе, у которых еще можно чему-то поучиться? Ну, такого уже мастеров, конечно, не осталось. В основном... В основном это все современные, ну, мастерицы. Ну да, те, которые работали на фабрике, ну они делают, ну, если делают, то для себя. А так
Вот мы занимаемся тоже, детки прибегают, делают. А, то есть поклонников да. такого народного творчества много, да? Конечно, конечно, да, да, да. Прибегают, учатся. Наверное, ну, конечно, приятно всегда маме сделать на 8 марта такой подарок, да? Память. Вот, подарить друзьям, подружкам. Я когда работала на фабрике, мне даже сын именно помогал делать бусинки, да, именно делали, помогал маме. Я так понимаю, мы сейчас закручиваем вот этот финичек да. просто, чтобы... один, потом, а потом второй. Наверное, обрезаем и расправляем, да, да, да получается. Да. Жанна Николаевна, а вот как вы относитесь вообще к развитию народного творчества, вот к возрождению вот наших традиций? Как вообще местная власть сегодня вот содействует таким вот начинаниям? Ну, отношусь очень трепетно, потому что иногда вот смотришь на руки наших мастериц и мастеров, и задаешься вопросом, как же это у них все получается? Потому что мы сегодня сделали банк данных и посмотрели, сколько же у нас мастеров, которые действительно умеют делать то, чем занимались наши предки. Ну и сколько? И вы знаете, вышивкой занимаются 53 человека Ого. По району. Да. 8 Мне мастеров... кажется, это заслуживает аплодисментов. Да. 8 мастеров, которые занимаются резьбой по дереву. Так. 3 человека занимаются, ну, разными, скажем так, вопросами. Это солома, это тестопластика. Вот уже как бы новое mm-hmm. веяние, но все равно, значит, оно как бы всегда кажется таким самобытным. Потому что, учитывая наши предки, они же продукцию эту всю производили для того, чтобы ей пользоваться. Это посуда была, это различные вещи, которые в быту, в обиходе использовались. И вот сейчас, конечно, у нас очень много всего, то, что мы покупаем, но когда вещь сделана своими руками, она несет тепло. И мы, конечно, очень приветствуем. У нас уже много-много десятилетий работает и Дом ремесел. У нас во всех школах, детских садах имеются музейные комнаты, где вот присутствуют тоже такие элементы. Есть, значит, факультативы и кружки, которые сегодня показывают и учат детей обучают наших. Деток. Да, это очень обучают деток. Обучают, чтобы они перенимали этот опыт, и потому что старшее поколение уже немножко, скажем так, уходит. Поэтому вот эту практику и эти все ремесла нам необходимо просто передать молодому поколению. Поэтому мы приветствуем все начинания. Это выставки. На всех больших мероприятиях мы приглашаем всех мастеров, которые делают какую-либо работу вот в этом направлении. И всегда просим, чтобы они обучали, приглашали детишек для того, чтобы традиция оставалась и не умирала. Спасибо большое, Василий Владимирович. А часто ли к вам приходят студенты, молодежь с какими-то экскурсиями на фабрику? Чтобы... Знаете, школы постоянно к нас навещают, мы с радостью принимаем, дарим деткам маленькие какие-то сувенирчики. Так что, ну, есть по программе, наверное, обучение и так далее, посещают. И иностранные делегации, я думаю, фабрику редко меняют. Ну, это, конечно, уже райисполком, маршрут составляют, они часто у нас. Ну, мы рады, конечно, то, что мы коммерческую организацию навестили, денег немножко оставили. Мы то рады. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», и сегодня у нас в гостях жители Хойнинского района. Друзья, вы смотрите на «Беларусь 4» программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у нас в гостях жители Хойнинского района, и мы делаем удивительный оберег из соломки. Ольга, наша мастерица, уже, по-моему, что-то сделала, да, и да. может показать. Вот в принципе, вот. И все. Да, и задекорировать можно обыкновенными крупками. Мне житом. Кажется, очень да, интересно. Да. Спасибо большое. Я знаю, земле. Что вы можете сейчас предложить еще какое-то да, изделие. Да, я могу показать вам, как делается, например, вот сделать колокольчики. Ой, мне кажется, это так сложно такой колокольчик сделать. Ну, вроде соломы немного туда идет. Ну что ж, мы будем наблюдать за этим процессом. Хотелось бы, дорогие друзья, рассказать, что есть на Хойнинской земле деревня Глинище, что за 20 километров от Хойников. Так вот, в этом уголке белорусского Полесья родился народный писатель Беларуси Иван Мелеш, дорогие друзья.
Вы знаете, очень многое в Глинищах говорит об этом выдающемся земляке. Кстати, в родной деревне Мележа имя писателя носит не только улица, но и школа, а также установлен бронзовый бюст. Здесь же в 1983 году был открыт литературный дом-музей имени писателя. Сегодня в этой деревне проживают и его родственники. И на нашу программу приехала внучатая племянница известного писателя Марина Кравченко. Встречайте, пожалуйста. Марина, добрый вечер. Проходите, присаживайтесь. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Деревня Глинище. Сегодня это, по-моему, агрогородок, да, уже Глинище. Сколько человек сейчас живет в Глинищах? Просто я знаю, что раньше, вот во времена вашего дяди, да, было где-то около 1000 человек. Ну, Глинище и зараз остается таким достаточно великим населенным пунктом в нашем районе. И зараз проживает недели 800 человек. Ну, чуть меньше, но, в принципе, да, для такого, для, казалось бы, для агрогородка это очень большие цифры. Скажите, много вообще родственников известного писателя проживает сегодня в агрогородке и вообще в Хойнинском районе? На жаль, уже засталось не так шмат, уже не так, другое поколение, третье, ну, литерально несколько человек. А вы были вообще знакомы с своим дядем? Дядей? На великий жаль, я не была знакома с Иваном Павловичем. При житті. Але моя мама, його родна племінниця, мені завжди про його розказувала, вельми шмат розказувала. І вона завжди підкреслювала, що Іван Павлович був чоловіком вельми добрим, щирим, відкритим. І він на самій справі любив свою малую родину, про яку він писав. І він вельми гонорився своїми земляками, і він літерально боготворив своїх батьків. Ось такий був чоловік, і спогади про його самые теплые, самые ширые. Ви знаєте, говорять, що в дитинстві Іван Павлович дуже любив читати книги і дуже хорошо пів. Так. Він на самій справі вельми любив читати. І навіть такі були випадки, що ягоная мати навіть уже не дозволяла говорити уже горш, хобіть вже читати, треба вже лампу гасити, треба економити газ. Ось і тоді що він робив? Він брав книжку, йшов на город, садився каля стого сена і читав при місячному світлі. Мені здається, що сьогодні молоді це навіть тяжко уявити, що може бути така любов до книг. Нічого собі, а ще й пів, да? Так, так. Голос, Іван Павлович любив петь і добре співав, як свідчать. Ось він приїжджав коли у гості у Хойницький район, у Каранєвку, до своєї встречної сестри Насті. Його там частували медом власним, молоком, пірогами з печі. А потім уже починався такий хатній концерт. Доставали гітару, доставали балалайку і ось нечто разом уже співали. І це ось запомнилось. Говориться о том, що в великій строгості вас воспитывался ваш дядя. Что вы знаете об этом? Якобы у него был очень строгий отец. Может быть, потому такой получился талантливый, выдающийся человек? Так, свідчить, що його батько Павел Федорович говорив так: «Гэта для вас ён великий письменник, а мне ён просто сын. Тому, по-перше, треба быць чалавекам, бо калі што, я не пагляжу, што ён высока летае». Вось, і тому, пэўна, Іван Павлович быў сапраўдным чалавекам. Ну, конечно, когда с такой установкой. Мне кажется, да, это очень интересная история. Марина, скажите, а вот лично вы в каком возрасте прочитали впервые «Люди на болоте» и вообще какие впечатления остались вот, первоначальные, помните? Ну, ведаете, не глядя на то, что я с раннего детства шмат читала, але «Люди на болоте» читала, можно так сказать, в свой час, разом с одноклассниками в рамках школьной программы. Потому что твор на самой справе складанный для воспринятия. И для школьников тем более. Так. И что уразило, конечно, мова Каранёвцева, которую не побоялся адвестровать буквально, что кидается в очи не только литературознавцам, але и звычайным читачам. И, конечно, уразило Кёнганну, описывал. Чесно, я не згодна була, як у них розвивалися відносини з Василем по-юнацьку, сприймаючи гетий твор. Та сьогодні розумієш, що життя – це життя. А тоді, звісно, хотілося, щоб вони були разом, і все було добре. То так отрималося. Але мені здається, що кожне покоління в гетім творі буде знаходити нечто для себе корисне і завжди нечто нове. Повно тому і твор залишається класичним, він же не виходить ні з програми, все одно всі ведають. Просто є і буде. Спасибо вам большое. Сьогодні в Глинищах создан музей імені Івана Павловича Мележа. Це в домі, да, де жила сім'я Івана Павловича. А що взагалі унікального представлено вот на цих експозиціях сьогодні?
Во-перше, я бы порекомендовала музей наведать. Это да, ось, это важно. Вельми так цікаво, шмат экспонатов. И починаючи от его дитячого ложка, який заховався, шмат одіння, рукописи, фотоздымки, и навод его машинка, на якой он друкував. Ну, вельми цікаві экспонаты, есть на что поглядеть, и одразу так отчуваешь атмосферу, у якую он працавал. Ну, вось так. Ну, мне кажется, и сам городок Глинище очень интересный. Тоже интересно узнать, где прожил, да, великий писатель. А что для вас, Марина, значит принадлежать вот в такой знаменитой фамилии? По-перше, это вельми почесно быть одного роду с таким великим человеком, со знакомитым письменником. И ту же самую годину это вельми и отказно. Потому что... Ну, есть такой вырос нашадок Мележа, есть такое, коли говорят, где меня представляют, так отбывается, и гонорусь, безумовно, этом гонорусь. Ну, я знаю, что вы как бы продолжаете эти добрые традиции вообще фамилии Мележа, и поете, по мне говорили, что вы пишете стихи, вот можете что-нибудь сейчас для наших зрителей? Я бы хотела сказать, что шмат нашадков Мележа творчих людей, которые и пишут, добро спевают, навод не маючи специальной музычной эдукации. Вось. Ну, нигде и меня это не минуло, я не могу сказать, что специально этим занимаюсь, але бывает находить такая творчая хвиля, Лина и нечто ось. А зараз я бы прочитала литерально несколько рядков со своего верша про хойники. «Земля моя, я голос твой почую, и хвалявание в сердце не спынить. И сегодня про тебе спевать хочу я, и про тебе хочу я говорить. И лютые стежки снегом все застели, что знов меня в маленство привели. Тут неколи по их ступал, сам Мележ, славутый сын Полесской земли». Ну и я еще хочу тоже добавить. У нас каждый год 8 февраля мы празднуем день рождения Ивана Павловича Мележа. И как раз с сегодняшнего дня начинаются мележевские чтения. Это первая такая будет расширенная программа, которая будет проходить не только в Глинищах, но и в городе Хойники. И мы вот эту всю неделю будем показывать, будем рассказывать о тех произведениях, которые Иван Павлович писал, которые сегодня, в общем-то, действительно это классика, которая остается и очень ее читает молодежь. И многим тоже нравится, потому что это соль жизни там была. И это о нас, о хойничанах. И мне бы хотелось еще сказать, что 8 числа у нас тоже будет большая программа, в том числе и концертная, из тех произведений, тех песен, которые когда-то пела мама Ивана Павловича Мележа, и те песни, которые он тоже любил. Есть танец, который исполняли тоже именно женщины из деревни Глинище. Поэтому мы стараемся это все возродить, поддерживать и не забывать. И мне бы хотелось сказать, что вот Ивану Павловичу Мележу было бы 97 лет. И на сегодняшний день наш земляк, письменник Микола Метлицкий собирает материалы для того, чтобы к столетию выпустить либо книгу, ну, произведение. Будет. А скажите, пожалуйста, вот, Жанна Николаевна, вот как вы считаете, что вот на ваш взгляд должно лежать в основе воспитания у молодого поколения к любви вот своей малой Родины? Вы знаете, сложно говорить, но для меня, я просто в этом убеждена, что, во-первых, каждому ребенку любовь к своей малой родине должны закладывать родители, и это должна быть история о своей родине. Это должны быть те традиции, которыми пользуемся мы уже на протяжении нескольких веков. И такое слово, которое, наверное, многие говорят, но не совсем понимают, патриотизм, это такое слово в моем понимании, когда ты просто любишь свои хойники, любишь свои Глинища, и ты там живешь. И делаешь... И все делаешь для того, чтобы наша малая земля с каждым днем была лучше и краше. Вот это самое основное, что нужно закладывать с каждого ребеночка маленького, чтобы потом получился хороший человек. Дорогие друзья, мы продолжаем рассказ о Хойникском районе, о людях, которые здесь живут. И сразу после рекламы... «Чудо-колокольчики» от местной мастерицы Ольги Шляхтенко.
жителя Хуйнинского района. И, как говорится, дорогие друзья, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот Ольга Шляхтенко, местная мастерица, решила удивить сегодня наших зрителей. Давайте посмотрим, на что ж способны полесские мастерицы. Вот. Быстро, да, несколько минут, и готов вот такой вот чудесный колокольчик. Это оберег, как утверждают в Хуйниках. Да. Спасибо. А вот для вашей передачи, любимой, хотим подарить, чтобы защищал, оберегал. Вот такой оберег, веник. Спасибо. А можно и колокольчик останется? Конечно, да. Сделанный вот именно вот на нашей программе. Спасибо большое. Ольга, вы можете присоединяться к нашим зрителям. Такие вот обереги. Ну все, оберегли нашу программу «Хуйнинские мастерицы». Хуйнинский район, он всегда отличался не только ремесленниками, но и высокой культурой земледелия. Дорогие друзья, здесь выращивают рапс, зерно, кукурузу. Жанна Николаевна, какие насущные вопросы стоят сегодня перед местными аграриями? Ну, у нас на территории района находится 6 сельскохозяйственных предприятий. Конечно, сейчас в зимний период времени они занимаются подготовкой к весеннему периоду, к весенне полевым работам. Поэтому сейчас проходят ремонтные работы, органические удобрения вносятся. И, конечно же, доим молоко и производим мясо. Без этого нельзя. Поэтому, если брать вот по прошлому году, например, то у нас по кукурузе показатель был 160% к уровню прошлого года. Поэтому наши аграрии сработали хорошо. И надеемся, что в будущем году показатели будут еще лучше. Спасибо. А знаете ли вы, что в Хуйниках, в местных магазинах особой популярностью пользуются вот такие вот замечательные хлеб до сушки, дорогие друзья. А вот туристы и путешественники открывают здесь для себя вкус хуйнинских грибочков. Так называются фирменные местные сладости. Гордость полесских пекарей. Попробуем узнать их секреты прямо сейчас в нашей программе. Я хочу пригласить в эту студию Валентину Тихоновну Романенко, начальника комбината кооперативной промышленности Хуйнинского райпо. Встречайте, пожалуйста. Валентина Тихоновна, добрый вечер. Это и есть хуйнинские грибочки? Да, это наши хуйнинские грибочки, да. Ой, какое чудо! Присаживайтесь, пожалуйста. Я так понимаю, что это и есть вот эти знаменитые хуйнинские грибочки, о которых мы так все много наслышаны. В чем же их особенность, расскажите, пожалуйста. Выглядят настолько аппетитно и красиво. Да, в самом деле наши грибочки являются как бы нашей визитной карточкой нашего района Хуйнинского. История наших грибочков начинается еще в 70-е годы прошлого столетия. В 1972 году наш мастер-пекарь, кондитер Ходосок Елена Дмитриевна разработала такую рецептуру грибки кондитерские по-хуйнински. А потом, через 2 года, в 1974 году, она участвовала на выставке в Москве в ДНХ со своими грибочками. И эти изделия заняли первое место среди кондитерских изделий Советского Союза бывшего. И за эту, говорится, заслугу ей потом присвоили заслуженного мастера кондитерского Советского Союза. Ничего себе, прославить так, слышите, Хуйнинский район, такими кулинарными изысками, конечно же. А вообще можете поделиться рецептом? Конечно, рецептура наших грибочков, как бы она теперь доступна всем. Она находится в фонде ТНПА нашего Гомельского облпотребсоюза. Можно я? Да, конечно, можно. Посмотрю. Очень хочется попробовать, но я это сделаю после программы. Да. Дорогие друзья, так и хочется съесть этот, вот этот боровик, но это, мне кажется, вообще какая-то ручная работа. Да. Здесь обычное песочное тесто замешивается, затем начинается формоваться. Отдельно формуется шляпка грибка, а потом две половинки ножки. Затем это все выпекается, остужается и начинается склеиваться сахарным сиропом. Когда мы склеили две половинки ножки и приклеили шляпку, это все опять мы должны выдержать в теплом помещении где-то в течение 10 часов, чтобы оно все подсохло. А потом мы варим, готовим такую шоколадную глазурь специальную для помазки, шапочки, и взбиваем белковый крем. Сначала мы обмазываем шляпку шоколадной глазурью, потом опять же оставляем мы для подсыхания где-то в течение 80 часов. А потом только обмазываем кремом, уже обмакиваем маком. Подождите, если я правильно все посчитала, то чтобы сделать такой грибочек, надо 2-3 суток? 2-3 суток, да. Вот это да! Где-то примерно в месяц мы выпускаем около 100 килограмм грибочков. Они у нас расходятся в нашем районе просто на ура. Пользуются спросом у наших гостей нашего района. Особенности наших населения, которые уже уехали во время Чернобыльской аварии, где-то там уехали, и к нам приезжают гости. Особенно радужничные праздники, и также летом, когда дети наши уезжают на оздоровление за границу.
Праздничные праздники, мы не только не успели, говорится, Пасху, это отпечь свою, так. Начинаем выпекать уже хонинские грибочки. У вас сезон грибной раньше, да? Да, и потом нам заявки, дайте хоть один грибочек, два с собой везти. Но я хочу обратить внимание вот на этот каравай. Целая грибная поляна на нашем столе сегодня. Да, это авторская работа нашего тоже теперешнего мастера-кондитера Кириенко Светланы Александровны. Кондитера 6-го разряда, она теперь у нас работает, делает вот такие шедевры настоящие. Татьяна Александровна, вот эти аплодисменты от нашей программы за эту грибную поляну специально для вас. Ну и для всего, конечно же, коллектива вашего предприятия. Скажите, а что еще выпекают местные пекари, кроме вот таких вот волшебных грибных сладостей? На нашем предприятии выпекается очень много хлебобулочных и кондитерских изделий. Когда ездим в командировку, мои коллеги, они постоянно рассказывают про какие-то чудные хойнинские сухарики. Я так понимаю, это то, что находится сегодня? Да, это наши сухарики. Сухарики к чаю. В чем их такая особенность? Ну, сухарики, казалось бы. Но все наши так хвалят их, если сухарики честно. Наши на самом деле особенные. Мы начали выпускать в 2000 году, когда, говорится, открыли новый хлебозавод. Это была наша новинка нашего нового хлебозавода. Именно подобрали такую рецептуру, которая получается у нас, мне кажется, лучше всех в нашей республике. Правда. Молодцы, да, вот смотрите. Или такое изделие, как такие уникальные грибы, которые рецептура довольно сложная и долго делается, или, казалось бы, обычные сухарики. Ну, вот вы можете себе и приготовить, и сами себя показать. В 2015 году мы участвовали в республиканском конкурсе «Ласунок» в городе Минске. И наши сухарики заняли гран-при в этом конкурсе. И когда я получила приз, мне как бы это наш член жюри говорит, что высший балл был по вашим сухарикам во всех членам международного жюри 20. Вот так вот. Вы знаете, я должна раскрыть секрет до передачи. Ну, или просто я пообедать не успела, но я попробовала хлеб. Обычный хлеб, который вот привезли сегодня хойнинские пекари. Вы знаете, хлеб действительно ароматный, вкусный, ну, просто удивительный. Откройте нам секрет. В чем популярность? Почему такой хлеб вкусный у вас? Потому что мы работаем на старой технологии нашего хлебозавода. Она у нас не менялась, поэтому люди... Точно. Думаю, что не так? Он напоминает хлеб детства какой-то. Хлеб детства, да, точно. Хлеб детства. И, во-вторых, у нас сложили душу, приготовили наших изделий и грибочков, и сухариков, и хлеба, и пирогов наших. Понятно, почему на Полесье, в Хойникском районе, живут настоящие богатыри. Дело в том, что Хойники – это родина прославленного белорусского дзюдоиста, участника Олимпийских игр Сергея Кухаренко. И вы знаете, быть похожим на кумира мечтают сегодня все начинающие спортсмены. Местная школа дзюдо считается одной из самых успешных в области. Здесь воспитывают будущих чемпионов и проводят международные турниры по дзюдо. Дорогие друзья, у нас в гостях директор детско-юношеской спортивной школы Хойнинского района. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Почему дзюдо так популярно на Полесье? Ну, дзюдо вообще популярно во всем мире, но на Полесье особенно, тем более в Хойниках. Потому что этот вид очень такой гармоничный, развивает и физические способности, и умственные. И начиная с 1974 года у нас при детско-юношеской спортивной школе ввели отделение дзюдо именно. Родоначальниками дзюдо на Хойниках были Чернюк Константин Владимирович и Дукорский Владимир Ефимович. Вот с этого момента началась эпопея дзюдо. Хойницкого дзюдо. Дзюдо, да. Начиная с Кухаренко Сергея Петровича, который является 10-кратным чемпионом Республики Беларусь, мастер международного класса, участник двух Олимпийских игр, неоднократный чемпион и победитель чемпионата мира и Европы. Вот с него как бы началась вот такая эпопея. И нынешнее поколение... Да, вот расскажите, рядом, чем да, вот гордится сегодня? Нынешнее поколение, вот рядом со мной сидит Василий Сингаев, трехкратный победитель и призер европейских и мировых чемпионатов. Вот, по самбо, мастер спорта по самбо и дзюдо. Вот, он поддерживает эти наши хойницкие традиции. Вот, и традиции, начатые Кухаренком Сергеем Петровичем. Рядом со мной тренер-преподаватель по дзюдо Лукьяненко Олег Маратович, мастер спорта по дзюдо. И рядом неоднократный призер чемпионата мира и Европы Будько Ксения. Вот. Это такая надежда, скажем, это, да? Да, это надежда. Буквально вчера Василий Сингаев у нас участвовал в первенстве Республики Беларусь по самбо. И он отобрался на Европу, которая будет проходить в этом году в Чехии. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Приезжайте с победой.
Скажите, Дмитрий Николаевич, а что можно пожелать? Вот, чтобы вы пожелали начинающим спортсменам? Ну, терпение. Прежде всего, терпение, упорство. И все будет замечательно. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, для занятий спортом и активного образа жизни, кстати, здесь в Хойниках созданы все условия. Например, есть даже собственный современный спорткомплекс. Популярное место не только у местных жителей. После Чернобыльской аварии в 1988 году на территории трех районов Гомельщины был образован Полесский радиационно-экологический заповедник. Вот как изменилась заповедная зона за последние годы, расскажет наш следующий гость. Встречайте, пожалуйста, Максим Владимирович Кудин, кандидат сельскохозяйственных наук. Добрый вечер. Присаживайтесь. Заведующий научным отделом экологии растительных комплексов Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Максим Владимирович, что сегодня происходит в заповеднике? Вот что есть вообще на этой территории? Ведь, если я не ошибаюсь, речь идет о 250 тысячах гектаров Полесья. Ну вот уже более чем за 30 лет на территории зоны отчуждения происходит естественный процесс формирования экосистем. Еще надо учитывать то, что в первые годы после катастрофы путем проведение мероприятий подтопления, чтобы не дать сброс радионуклидов в Припять, в Днепр. Вся территория была задомбирована. Как итог, особенностью ее является то, что эти процессы, они возвращают эту территорию в естественное русло, которое было еще до мелиорации, что, безусловно, сказывается положительно на видовом спектре флоры и фауны. Положительно вы имеете в виду, что появляется много животных, да, много каких-то интересных растений, может быть, даже новых? Безусловно, отсутствие антропогенного влияния привело на сегодняшний день к тому, что, к примеру, вот установлено 1045 видов сосудистых растений произрастания. Из них 47 видов, включенных в Красную книгу, 45 в приложение Красной книги. Также установлено обитание 56 видов млекопитающих, 226 видов птиц, из которых 61 вид включен в Красную книгу. Также установлено обитание 11 видов рукокрылых, из которых 4 вида включены в Красную книгу. Еще одним моментом является то, что, учитывая отсутствие антропогенного влияния, появились такие виды, как медведь, лошадь Пржевальского. В этом году, в 2017 году, был открыт вид новый. Это наш европейский кот лесной. Европейский лесной кот? Да. Ничего себе! Мы даже не знаем об этом. Единственное, вот помню, новость была недавно о том, что родился в заповеднике зубренок. Да, не один, а их было несколько. Дело в том, что популяция зубров, она вольно живущая. На сегодняшний день уже насчитывают около 145 особей. Если я не ошибаюсь, в 96-м году, да, поправьте меня, завезли из Беловежской пущи. Так, да, точно, туда, да, завезли 16 особей. А сейчас вы говорите, сколько? 145. Вот. Ну, учитывая, что развитие, скажем, идет длительный период, и это является нормой, то, что приносятся малыши в такой период. Ноябрь, октябрь, декабрь. То есть это естественно. В 2018 у нас вообще получается такой юбилейный год по, значит, 75 лет освобождения Хойникского района и 30 лет нашему будет заповеднику. И стоит заметить, что Полесский заповедник радиационно-экологический, он в своем роде единственный в мире. Уникальный объект. Уникальный, да, объект. И действительно, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло изучить нам природу до нашего района, до самого конца. То есть мы сегодня знаем, что, где растет, что произрастает, какие животные, оказывается, живут. Были, могут жили, которые уже восстановились и пришли на сегодняшний день. И вы знаете, на эту территорию, на сегодняшний, вот сегодня поступает очень много заявок. Люди очень хотят попасть, посмотреть, опять же, и на зубров. И, то есть, значит, туристы хотят, да, приехать туристы? Очень хотят, очень хотят. Ну и хотелось бы сказать, что
колоссальный опыт, наработанный нашими сотрудниками заповедника, конечно, им нужно делиться со всеми. И научный туризм, он уже идет, потому что научные сотрудники многих стран, это Япония, США, это Англия, Франция, ну, в общем, можно перечислять огромное количество людей, которые приезжают и хотят это все увидеть. Ну и, естественно, взять какой-то опыт, и чтобы, в общем, его нужно распространять. Максим Владимирович, вот особенная у вас профессия какая-то, вот быть работником заповедника. Наверное, очень много романтики в ней. Безусловно, определенная доля в ней присутствует. Учитывая то, что территория является уникальным в своей роде, и посещая те места, где более 30 лет не ступала нога человека, регистрируя те виды, это действительно интересно не только с точки зрения научной, но и с точки зрения обывателя. Ну, насчет науки. Ведь мы уже говорили о том, что этот Полесский наш заповедник – это место для научной работы в том числе. И я знаю, что есть сегодня собственная экспериментальная база на территории заповедника. Над чем вообще работает вот ваш отдел, который вы возглавляете, вообще ученые заповедника? Какие-то новые направления, исследования проводите? Ну, в целом, необходимо акцентировать внимание на то, что территория зоны отчуждения, она является своеобразным стационаром апробации методов, которые в дальнейшем внедряются в производство менее пострадавших районов. Как итог, импульсом для такой работы является 1996 год, когда было принято решение о принятии протокола главой государства ряда направлений. Некоторые из них в процессе их реализации не заслужили должного внимания по традиционному фактору, но определенные виды они сейчас развиваются. Допустим, такие виды, как лесопользование, это выращивание лошадей как племенного стада. Вот, они, да, безусловно, заслужат внимания. Также пчелопасека. Ну, в целом, задача на сегодняшний день специалистов научной части – это самое главное – отслеживать изменения радиационной обстановки и вовлечение радионуклидов в процессы биоты и, как итог, об этих изменениях уже говорить. Жанна Николаевна, вот во время последнего визита президента летом прошлого года были определены отдельные поручения по развитию вот Полесского заповедника. Можно ли говорить уже о каких-то результатах за эти полгода? Конечно. Значит, в первую очередь глава государства посещал пчелопасеку. И ему показывали и рассказывали, и, в общем, говорили о том, что сегодня это направление необходимо развивать вот в таких районах, как наш, например. И если, значит, на период посещения главы государства было 100 семей на пчелопасеке, то сейчас уже их немножко больше. Приобрели, как, скажем так, свежие, так и произошло деление своих. Поэтому стоит задача, допустим, за 3 года увеличить до 300 семей. То, что касается по экспериментальному коневодству, здесь тоже поставлена задача, значит, и уже закуплены племенные лошади, и развивать, значит, как для продажи населению, так и для развития конного видов спорта. Ну и здесь тоже определенная задача стоит, если сейчас там в табуне где-то около 300 голов, то ну, довести хотя бы до 500, ну и, в общем-то, развивать это направление в дальнейшем. Ну и еще очень важный вопрос, который будет тоже развивать наш заповедник и, конечно же, подтянет сюда территорию нашего района, это создание международного центра на территории заповедника. А это, конечно, подтянет сюда всю инфраструктуру, и гостиничный бизнес, и сувенирная продукция, общественное питание. И, конечно, сюда смогут приезжать научные сотрудники всех стран мира, работать здесь. Ну и, конечно же, мы будем развиваться, заповедник будет развиваться. Жанна Николаевна, Максим Владимирович, вот что пожелаете зрителям телеканала «Беларусь-4» и жителям Хойникского района? Счастье как здоровье, когда оно есть, не замечаешь. Самое главное, конечно же, это здоровье. И здоровье моральное и физическое. Жанна. А я, в свою очередь, хочу пожелать и нашим жителям Хойникщины, и жителям Гомельской области, нашей республики, чтобы мы всегда были счастливы, чтобы всегда исполнялись желания, чтобы мы сегодня радовались каждому дню. Надо быть всегда оптимистом, потому что у нас впереди ждет только самое лучшее. Согласен.
согласитесь, вот Койникский край, он не похож ни на какой другой. Такой теплый полесский юмор, мы сегодня могли в этом убедиться. Настоящие искренние улыбки полешуков, которые, кстати, согревают сердца. Ну и, конечно же, красивые, народные, звучные песни, как будто поет сама природа. Вы знаете, прямо сейчас мы убедимся в этом еще раз. Народный ансамбль, народные песни, Крыница закончит наш сегодняшний добрый вечер Гомель. Дорогие друзья, с вами была Наталья Волынец. До новых встреч в эфире.